Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об основных правилах ухода за беременной собакой. Совсем скоро у вас дома на несколько собак станет больше, ваша любимица забеременела и через некоторое время родит вам прекрасных щенят. Чтобы беременность вашего животного прошла как можно легче, представляем вам основные правила ухода за беременной собакой. Измените рацион вашей собаки. Беременность – особое время в жизни вашей любимицы, и питание в этот период также должно быть особенным. Вместе со специалистом составьте специальное меню, исходя из физических особенностей вашего животного. Кстати, очень часто ветеринарные врачи советуют владельцам перевести свою собаку на время беременности на корм для щенков. С пятой недели беременности вашей питомицы понемногу увеличивайте размер ежедневного рациона. Следите за тем, чтобы у вашей любимицы всегда был доступ к чистой питьевой воде. Регулярно выгуливайте собаку на свежем воздухе, но при этом избегайте повышенных физических нагрузок. Прогулки с хозяином на улице благоприятно влияют не только на физическое здоровье питомицы, но и на ее психологическое самочувствие. Берегите вашу собаку от лишних стрессов. Откажитесь от участия в выставках на время беременности вашей любимицы. Уделяйте как можно больше внимания вашей собаке, откажитесь от активных игр, но не от ласки. Дайте вашей любимице возможность почувствовать вашу любовь в полную силу. Следите за здоровьем питомицы, проходите регулярный осмотр у ветеринара. При подозрительном поведении и самочувствии животного незамедлительно обращайтесь к специалисту. Обязательно заблаговременно подготовьте место для родов вашей собаки. Лучшим вариантом будет просторная картонная коробка, в которую можно положить чистые простыни, одеяло или полотенце. Поставьте ее в какое-нибудь тихое место, где питомицу не смогут побеспокоить дети или другие животные. Поддерживайте в помещении, где находится место для родов вашей собаки, комнатную температуру. Беременность – сложное время в жизни собаки, и преимущественно от хозяина зависит, как животное пройдет через этот период. Соблюдайте перечисленные рекомендации, заботьтесь о вашей питомице. Не успейте оглянуться, как ваша любимица подарит вам маленьких прекрасных щенков. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!